На конкурс дети читают стихи. Хамидуллина Зухра, 9 лет, село Большие Кабицы, Сергей Михалков, снегу елочка. В снегу стояла елочка, зелененькая селочка, смолистая, здоровая, полутораметровая. Произошло событие в один из зимних дней. Лесник решил вступить ее, так показалось ей. Она была замечена, была окружена, и только поздним вечером пришла она в себя. Какое чувство странное, исчез куда-то страх. Фонарики стеклянные горят в ее ветвях, сверкает украшение, какой нарядный вид. При этом, без сомнения, она в лесу стоит, несрубленная, целая, красивая и крепкая.